Традиционные атрибуты зимних праздников Десногорске – новогодние елки. Одна с прошлой недели размещена на площади у городской администрации. Чуть раньше символами атомной промышленности елка появилась у здания «Нейтрино». Но ждать новогодних гуляний в этом году не приходится. Редакции указа губернатора о 4 декабря все массовые мероприятия отменены. Также запрещены мероприятия возле и около елок, хороводы, конкурсы и викторины. Но Новый год никто не отменял, и он наступит все равно. Поэтому все мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Анонсы городских онлайн-мероприятий размещены на странице Центра культуры и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте.